Ну, а мы будем с Олей продолжать. Двигаемся мы с вами дальше. Настоящая леди угадывается по грамотным аксессуарам. И вот вашему вниманию мы предлагаем эффектную, безупречную сумку Кураж. По цене распродажи 990 рублей. Между прочим, она сделана из эко-кожи, которая имитирует кожу пресноводной рептилии. Но только профессионал при наличии специального оборудования вашу эко-кожу сможет отличить от первоисточника. Причем это уникальный водостойкий материал. Это так важно, чтобы он был непромокаемый, тот самый принт под рептилию. Посмотрите, эта сумка представлена у нас в трех цветах. Это золотистый коричневый. Посмотрите, так. Это мой выбор. Почему он стоит возле тебя? Так, пойдем дальше. Это вот такой вот, да, посмотрите, рептилия переливается, золото. А, я люблю все блестящее. Как же богато, как же дорого все это выглядит. Оля, я в восторге. Я тоже, посмотри. Но это, я знаю, твой выбор под сегодняшний твой фасон. Это мой новый выбор. Раньше я выбирала другой цвет, но сейчас все-таки остановилась на синем. Абсолютно верно, такая же рептилия, тоже влагостойкий, приятный материал, ну и, конечно же, бежевый цвет. Посмотрите, точно такая же рептилия, кстати, здесь она особо заметна. Посмотрите, чешуйка к чешуйке, а как переливается вот эта текстура. Между прочим, Оля, эти сумки абсолютно влагоотталкивающие. Вообще, эко-кожа сейчас завоевывает мир в буквальном смысле этого слова. Вы знаете, что с такой сумкой вы сможете даже попасть под дождь, но ей будет все нипочем. А ты посмотри, какая она красивая. Мне что нравится, то, что здесь есть ручки, за которые можно держать, да, в руках, можно немножко вот так причем вот на локоть. Ручки-то разные. Да, расскажи про это. Абсолютно верно, да. Есть вот, вот такие базовые ручки короткие, а есть ручка длинная. Она одна. При желании ее всегда сможете снять. Между прочим, здесь вы еще сможете отрегулировать длину этого, ремешка. Ремешка, абсолютно верно. По своей длине, ведь все мы разного роста. Именно для этого здесь есть вот такая надежная фурнитура. Причем, обратите внимание, не пластмасса, а металлика. Вот сейчас вот Юляночка, спасибо тебе большое, делает мне размер под мое плечо. Конечно, мне нужно чуть поменьше, все правильно. Я уже готова примерить эту сумку. Посмотрите, это мой выбор. Я предпочитаю носить ее именно вот так. Модницы, как же мы любим все роскошное, все привлекательное для нас. Но все-таки я для себя выбираю синий цвет. Раньше выбирала бежевый, Оль. Но сейчас думаю, что синий цвет это трендово и очень современно. Давайте сейчас еще раз покажем вам фурнитуру. Вот такие красивые стильные элементы с эмблемой дизайнера будут подчеркивать, что вы стильная штучка. Ну а что может у нас храниться внутри? Там же столько разных, Оль, отделений, просто фантастика. Ну вот ты плавно перешла к размеру сумки, ведь это самый важный аспект для нас, для женщин. 42 на 30 сантиметров. Ведь мы вечно носим с собой все, что нужно и не нужно. Несколько косметичек, расчески, головные уборы, может быть, даже колготки на всякий случай. Конечно. Да все, что угодно. Сменку, в конце концов, на работу, туфельки. Почему бы не хочется носить в пакете? Хочется положить вот в такую объемную сумку. Посмотрите, какая она вместительная. Я сейчас открою и покажу вам, наши любимые телезрители. Я все-таки люблю заглядывать во все вовнутрь. Посмотрите, она настолько объемная, меня просто это поражает. А самое главное, здесь есть множество кармашков. Посмотрите, на молнии. Так, ну сюда, мне кажется, можно спрятать что-то очень важное, можно положить, допустим, паспорт. Вот здесь в основном отсеке я вот поместила косметичку, достаточно объемную и тяжелую, даже планшет. Посмотрите, здесь карман для проездного, здесь для мобильного. Да, покажем вот эти кармашки нашим телезрителям. Посмотрите, отдельный карман для мобильного телефона, для документов. Это так здорово, потому что я свой телефон постоянно не могу найти в своей огромной сумке. Это невозможно. Но если у вас будет храниться ваш телефон в отдельном кармане, то у вас всегда будет порядок. Это точно. Ну, давай прямо сейчас мы позовем на подиум нашу очаровательную Любу и давай даже угадаем, какой цвет для себя она выберет. Как думаешь? Я думаю, она блондинка, она предпочитает бежевый. Ты? Ну что ж, давай проверим. Я не знаю, я только сомневаюсь. Вот все-таки ты угадала, почувствовала. Мне очень нравится тот вариант, который для себя выбирает Люба. Между прочим, женщины в теле, девушки, пышные, привлекательные комплекции, всегда знаете, что вот такие геометрические формы всегда будут активно корректировать вашу фигуру. Ну, Оль, давай полюбуемся, слушай, как отлично сочетается. Слушай, ну как сочетание все с брюками классика, которые мы представили вам уже в нашем часе моды, распродаж, а также с блузой Карины. Посмотрите, идеальный стильный образ. Ну, какая истинная леди. Готовый образ создаем мы для вас на телеканале Shop & Show. Мы стараемся для вас. Все для того, чтобы вы были изысканы и безупречны. Знаете, что это высококлассная элитная эко-кожа, которая имитирует кожу пресноводной рептилии. Эта сумка обладает теми свойствами, которые помогают ей не пропускать влагу. Вы можете даже под дождь в ней попасть, и с ней ничего не случится. А стильная фурнитура всегда будет намекать окружающим на ваше превосходство.
Дорогие телезрители, а я еще обнаружила один кармашек, который находится с внешней стороны. Посмотрите, это очень удобно. Сюда вы можете положить, например, билет, да, транспортный билет или проездной. Да, любые мелочи, телефон это... тоже самый мобильный, да, если вдруг кто позвонит, конечно. Нет, это определенно сумка создана для идеального порядка. И самое главное, размер. Вы только посмотрите. Во-первых, посмотри, как идеально ездит молния. Смотри, как молния действительно работает. Легко, молния. Абсолютно. Это, между прочим, первое, что ломается в любой сумке, но здесь все качественно сделано, исключительно на совесть. Давай, Оля, если ты не против, еще одну красавицу в нашу компанию привлечем. Люба, пожалуйста, присоединяйтесь к нам, чтобы мы активно нашим модницам продемонстрировали все три цвета. Итак, Оля выбирает коричневый оттенок, я выбираю синий. Ну а что касается нашей модели Любы, так, внимание, она для себя выбирает вот такой сдержанный бежевый цвет. Мне кажется, у наших телезрителей сейчас глаза разбегаются. Не стоит задумываться, какой цвет выбрать вам. Берите сразу три оттенка. Вы будете каждый день разный, с разной сумкой. Вы посмотрите, это мой выбор. Слиток золота. А какой аксессуар? Какое дополнение? Точно. Оль, выглядишь ты роскошно. Вот такая достойная, добротная фурнитура всегда намекает на то, что перед вами высококлассный элитный аксессуар. Знаете, пожалуйста, что сумка выполнена из эко-кожи, которая отлично имитирует кожу пресноводной рептилии. Это водостойкий материал. Размер сумки 42 на 30 сантиметров. Тот самый размер, о котором мы с Юлианой мечтали. Все-таки маленькие сумки. Ну что в них можно положить? Помаду, зеркальце, ну максимум еще и телефон. А это вместительная сумка, которую можете хранить. Шапку, шарф, планшет, кошелек. Да все что угодно. Я сразу начала представлять, фантазировать и растерялась. Ну что ж, цена-то какая низкая. 990 рублей и три цвета на выбор. Это и синий, и бежевый, и коричневый. Какой больше нравится, такой выбирайте, пожалуйста, прямо сейчас. Эта сумка с говорящим названием «Кураж» будет приглашать вас отправляться куда-то на вечеринки, возможно, в рестораны. Звоните по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Наши операторы сориентируют вас по всем вопросам. А также не забывайте, что звонки даже с мобильных телефонов абсолютно бесплатны, потому что мы думаем о вас.